Сергей Владиславович, я понимаю, что абсолютно удовлетворение счетом есть. Насколько удовлетворены игрой, которую показала сегодня команда? Ну, я считаю, что и счетом, и игрой удовлетворены. Настраивались на эту игру. В предыдущем матче, к сожалению, мы не добились победы, хотя все располагало к тому. И владели инициативой, и создали большее количество моментов. Поэтому на эту игру настраивались и рады, что забили 6 мячей и не пропустили. Плюс мы довольны то, что начали наконец действовать стандарты, розыгрыши наши стандартных положений, начиная с Липецка уже. Что скажете по Тамбову? Дома он в таком же, так скажем, состоянии был? Или дома все-таки он из себя представлял что-то поинтереснее? Мы там играли, мы там тоже вели в счете. И, к сожалению, пропускали со стандартов, вели с разницей в 2 мяча. К сожалению, дали сопернику сравнять счет. Ну, теперь мы сделали выводы и настроились на этот матч и сыграли очень ответственно. Кого-то выделите сегодня? Ну, мне хотелось бы выделить общекомандные действия. Ну, хотелось бы, да, чтобы Денис Крюков наконец тоже стал забивать. Вот. Мог сегодня немного, жаль, что не забил 3-й мяч. Он много работает и в последние игры начал забивать. Вот хотелось бы, чтобы он так дальше продолжал. Восстановиться физически успела команда, как вам кажется? После... Ну, иногда такое бывает. Были опасения, что не восстановится физически. Но получается, наоборот, в этой игре мы выглядели свежее даже, чем в предыдущей игре. Ну, так иногда бывает. На морально-волевых качествах и ноги бегут, забили 2 быстрых мяча, и появляются силы и азарт. При счете 4-0 в раздевалке что сказали подопечным? Ни в коем случае не расслабляться, потому что напомнили игру в Тамбове, когда сократили отставание соперники, и чтобы сыграли на ноль, потому что это очень важно тоже. В Осколе такой вот запал, такой вот счет поможет, как бы нам? Нам осталось 2 игры. У нас принципиальные игры с Росушью за повышение по турнирной таблице. И нам в этих 2 играх нужно тоже брать максимальное количество очков, независимо от того, что Оскол уже решил свою задачу, 2-е место заняли. Я думаю, что игра будет бескомпромиссной. Будем хорошо играть, и тогда получится результат.